будем продолжать. И это Т, В, К. Дорблю, лосось, ветчина. Как это мы удачно зашли? Похоже, здесь какая-то закрытая вечеринка. Подождите, я, кажется, вижу там Антона Моцкуса в костюме гангстера. Здравствуй, Антон. А что здравствуй, здесь? Оля. Что здесь происходит? Куда мы попали и почему здесь кормят вкуснятинкой? Здесь телеканал ТВК и программа «Новое утро» собрали своих самых классных друзей. И вот сегодня мы устроили для них такой подпольный вечер. И вот эти ребята, которые сейчас играют музыку, да-да-да, вот эти, они заряжают нас настроением. Я думаю, что все гости сегодня будут довольны, потому что многое из того, что здесь присутствует, они не видели уже давно. А что ты здесь будешь делать? Я сегодня буду говорить в микрофон, вот не в такой, в другой. Потом я сегодня буду петь в микрофон. И еще я буду потом, после того, как я спою, еще раз поговорю в микрофон. Три вещи. Все понятно, спасибо, удачи тебе. А я смотрю, что здесь есть еще ведущие «Нового утра». Это Василий Баранов в костюме зайца, а Александр Смол сегодня бармен. Ну а мы сейчас пообщаемся с самым главным человеком программы «Новое утро», с ее директором Ириной Кузнецовой. Ирина, здравствуйте. Какой сюрприз! Действительно. Какие у вас впечатления от мероприятия и зачем все это? Это для того, чтобы поднять настроение в первую очередь нашим друзьям, рекламодателям, нашим партнерам, чтобы они почувствовали, как у нас всегда очень весело по-семейному, какая у нас теплая атмосфера, какая у нас крутая команда. Это действительно так. Ну как, для чего? Надо жить здесь и сейчас, несмотря на все экономические проблемы, потому что кризис рано или поздно кончится, а мы останемся, это точно. Новое утро навсегда. We'll be right back.